переговоры начались. Идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя и вроде выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений. Трудно избавиться от впечатления, что их держат за руку американские коллеги, которым... Еще раз, это не про Украину. Это про миропорядок, в котором США хотят быть единоличным, суверенным и доминировать.